Дорогие друзья, счастлив вас приветствовать. С вами на связи мастер йоги Владимир Калабин. Сегодняшняя наша медитация называется «Магия леса». С помощью практики этой медитации снижается уровень кортизола, а значит и психологический стресс, и уровень тревожности. Улучшается состояние при депрессии. Улучшается сон, повышается общий тонус и уровень энергии. Нормализуется давление и вариабельность сердечного ритма, что означает, что кровеносная система отлично справляется со стрессом, прекрасно выявляя успокаивающие сигналы нервной системы. Это парасимпатической нервной системы. В процессе практики нашей сегодняшней медитации решаются физиологические, психологические проблемы, укрепляется иммунитет, меняется отношение к негативным событиям, появляется осознанность и ответственность, создаются новые нейронные связи, новые отношения с миром. Человек начинает воспринимать все происходящее с ним более спокойно. И этому нас учит сегодняшняя медитация «Магия леса». Благодаря этой медитации восстанавливаются естественные биоритмы, улучшается настроение, стимулируется иммунная система, облегчаются депрессивные состояния, оказывается благотворное влияние на зрение и мышцы, снижается кровяное давление, повышается концентрация внимания и болевой порог. Организм заряжается энергией и активизирует выработку антиканцерогенных белков. Медитация содержит уникальные заговоры на деревья и природные стихии, которые активизируют родовую память, улучшая тем самым адаптацию к любым природным и социальным условиям. Сначала я вам расскажу про магию леса, и фоновые звуки нас погрузят в пространство леса, где эта самая магия возможна. Затем я вам зачитаю заговор на умилостивание лешего и на благодарственные слова в честь лесного хозяина. Это из марийской традиции. А дальше я вам произнесу настрой на силу дуба, силу березы, силу сосны, силу ели и силу ясеня, а также настрои на силу природных стихий. Все это в совокупности и создаст позитивный эффект нашей медитации. Буду благодарен за отзывы в чате. Дорогие друзья, в путь! Волшебная магия леса, деревьев – это древние знания о магических, целебных, энергетических свойствах деревьев, их ветвей, листвы, плодов и корней. Наши пращуры всегда почитали лес как единый живой организм и считали его волшебным и проводили в нем магические ритуалы и обряды. Ведь шум деревьев, пение птиц, журчание лесных ручейков, шорохи, запахи лесных цветов – все это магические проявления самой природы. В Японии опытным путем было установлено, что для того, чтобы поддерживать свое здоровье на должном уровне, людям нужно бывать в лесу не менее 250 часов в год. Современный человек не посещает лес для совершения
магических ритуалов, но отголоски древних традиций остались в нашей генетической памяти. Поэтому нас порой так тянет в лес. Мы любим выбраться туда, чтобы расслабиться, погулять или покушать на лоне природы. Лесная магия – это мощная, исцеляющая и бесконечная жизненная сила самой Земли. Многие люди любят путешествовать по лесу, наслаждаться запахом хвойных деревьев и энергетически подпитываться от скрытых источников древней силы. Лес – загадочное место. Хотя он может быть и опасным, это священная территория исцеления и связи с духом леса. Мы идем в лес, чтобы испытать все наши чувства. Лес разговаривает с нами, шепчет о чем-то тем, кто готов его слушать. Земная энергия в лесу говорит нам, что мы не отделены от природы, мы являемся ее частью. Прогуляйтесь по местным лесам и узнайте, какая магия вас там ожидает. Лес всегда предоставит вам волшебство, если вы готовы принять его дар. Всем нам нравится бродить по лесу, перебираться по упавшим деревьям и шуршать опавшей листвой. А какие эмоции просыпаются при находке скрытых ручьев и водопадов? Если это происходит с тобой, то в лесу ты находишь саму безмятежность и духовную связь с природой. Ты уже на интуитивном уровне подключился к магии леса. Простая лесная магия, соединение и поглощение. Даже будучи взрослым скептиком, у людей есть возможность снова найти этот энергичный поток силы, просто отправляясь в лес и погрузившись в природу. Хотя бы попробуйте выбраться в лес и, изучая местную жизнь, понаблюдать за птицами, насекомыми. Прислонитесь к дереву спиной и попытайтесь создать связь с землей, если вы ее потеряли в городской суете. Прогуливаясь по лесным тропам, вы не только соединяетесь с лесом, но подключаете себя к силе природы, очень древней магии планеты. Чтобы действительно усиливать эффект соединения, смело снимайте обувь прочь в травянистом или мягком пуховом месте с мхом. Пусть энергия лесного покрова пронизывает ваши ноги, освежая тело и ум. Вы только послушайте дикую природу вокруг вас, неспешно, вдумчиво. Слушайте бурное общение птиц, жужжащих жуков. Услышьте идущий через крону дуба и сосны ветер. Почувствуйте ветер на вашем лице, несущий ароматы леса. Это и есть медитация, подключение к той самой лесной магии. Согласитесь, это очень сильное чувство соединения с чем-то огромным, величественным, самим миром природы. Эти только что пережитые чувства не только покоряют нас своим очарованием, но и очищают ауру,
приводит нас к спокойствию души и исцелению тела. И пока вы в лесу, не забудьте обнять дерево. Сделайте это. Это замечательный способ соединения и поглощения целительной энергии Земли, так необходимой нам в современном мире токсичных технологий. Заканчивая свою прогулку, скажите спасибо лесу за помощь. Ведь даже просто находясь в лесу, вы принимаете в дар исцеление и налаживаете связь с природой, пользуйтесь лесной магией, общайтесь с местными обитателями. Еще один способ подключиться к лесу и использовать природную энергию – это наладить отношения с его скрытыми жителями. Возможно, этот способ не удастся использовать сразу. Он может получиться лишь после длительного общения с лесом, когда вас примут за своего. Мы говорим о тех существах, которые являются хранителями леса и древней магии. Некоторые считают, что они могут помочь в исцелении, успехе и многом другом. Первый шаг к знакомству – это показать им вашу заботу и любовь к земле. Вы можете сделать это, просто посещая лес, тихо и не оставляя мусора. Если вы видите какой-нибудь мусор, поднимите его. Если вам попадаются травмированные животные или растения, которым можно помочь, сделайте это. Духи лесной страны будут видеть ваше участие и доброту и могут помочь своими силами. Даже простое общение с ними поможет лучше понять себя в этом мире и нести исцеление. Духи леса, хотя и могут быть озорными, но некоторые из них вам помогут. Духи леса, как известно, частенько лукавят, поэтому не ожидайте, что сможете найти их в лесу и попросить о помощи с магией. Оставьте им нехитрые приношения – молоко, к примеру, вино, украшения и всякие сладости. Когда духи леса узнают вас получше, возможно, они вам покажутся. Они могут появиться в момент медитации, давая дельные рекомендации, показывая путь развития. Вы можете увидеть, как они появляются рядом, чтобы дать советы или открыть новые возможности. В любом случае, даже не повстречав старичка лицевичка, вы можете первым начать эти отношения, заботясь о лесе и его обитателях.